закончу двигаться, этого варианта нет. Вот. Но, слава богу, есть еще один день. Вот в этот еще один день. Снова новое, красное. Когда едешь в эту сторону, удобнее, потому что идет спуск. Там мы возвращались, точнее, когда вот оттуда с Красной горы шли, очень сложно практически ехать за пешком, чтобы двигались. Там вот тоже такой сильный ветер, кажется, снесет. Много чего есть еще посмотреть, все, что мне хотелось здесь посмотреть, я посмотрел, и будем ехать дальше уже на следующий остров. Следующий остров у нас называется Лопайка, сейчас мы находимся на острове Тенерифе. Какой самолет. Сбитый летчик, налетчик. Я в прошлый раз почему-то этого не заметил, но на этом самолете было очень тяжело подниматься. Очень удобно спускаться. Вот так вообще педали кручу. Просто сам по себе велосипед катится и с таким ветерком. Самый приятный. Лежащий полицейский. Так, здесь надо поспокойнее, потому что спуск. Вот снова подъем. Сейчас надо переключить скорость. Здесь, как вы видите, тоже туристы тусуются. Все, на гору собрались. Можно переключать. Если привык, более-менее становится понятно, как ездить. Потому что вначале, в общем, ужасно просто.
Привет бедуинам! Сильно дует ветер, поэтому здесь нормальная тема. Океан прекрасный. Сумасшедшее, огромнейшее удовольствие. Вот, в данный момент будем каждый день будем загуливаться, если будем сидеть. Нет, бывает, что здесь и красивое место, если даже попадается. Вот. Вообще, любой вещь. Каждый раз, когда что-то новое обнаруживаешь, это естественно. Ну и также естественно из-за того, что обнаруживаешь со временем, все становится, да, это знаешь, теряется, основа теряется. Несмотря на это, в мире очень много чего прекрасного, красивого. Гору, на велосипеде нельзя ехать, даже не потому, что практически невозможно, то есть нельзя с собой велосипед туда брать. Вообще любой транспорт, вход любого транспорта туда запрещается, если, как по крайней мере, сказал местный житель, который здесь был, сказал, что полиция вас штрафует, и потом это происходит, говорят, они здесь типа ходят, здесь. Thank you.
говорил, второй блок сюда. Ну, сейчас, да, слышно, мы все-таки на нем зайдем и посмотрим в обратную сторону, у нас открывается. Вообще красивые места здесь и очень.